Как, как вы распеваетесь? <смех> 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 Ужасно я пою, ладно. Все, кто не развивается <laughs> в монастырь. <laughs> Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. <laughs> Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях человек замечательной профессии, педагог по музыке. Арина. Здравствуйте. Арина. Расскажи, как пришла к преподаванию, еще и музыки. <laughs> моя мечта с детства была стать балериной, но по каким-то определенным обстоятельствам это, увы, не сложилось, и мама отдала меня в Обнинский колледж искусств, и там уже из меня вырастили академическую вокалистку, где на четвертом курсе меня позвали практика-работа, так скажем, все равно мне нужно было проходить практику на четвертом курсе, меня отдали вот в музыкальную школу, не отдали, а я сама туда mm -hmm. пошла. Мой педагог по вокалу меня туда пригласила, и я там начала преподавать. И, собственно, там я уже поняла и осознала, что мне не нужен никакой небольшой театр. Мне нравится преподавать, мне нравится педагогика. И там, вот, собственно говоря, в этом году у меня юбилей пятый год. Я Поздравляю. уже в музыкальной школе. Поздравляю. Вот там я и решила остаться. А, расскажи, пожалуйста, возраст своих учеников. Но я, насколько знаю, ты не на одной работе работаешь. Да, у меня несколько работ. Младшие детки это от двух лет, самому старшему моему ученику 60 лет. Я работаю в музыкальной школе, вообще общеобразовательной школе. У меня своя студия по детскому музыкальному развитию, и частная школа вот лаборатория будущего они у вас уже были гостями. Поэтому везде разные возрастные категории. Вот и самые маленькие и средние и даже взрослые люди. А, скажи, пожалуйста, вот если у ребенка нет предоставлённой музыку, а, например, у нас бывает такая проблема, да, как, ну, я не... в советские времена точно была, что вот всех отправляли в музыкальную школу, хотят дети или нет, вот, ну, в такие детки, которые Такие музыка что это? Зачем это? Ну, да, на самом деле сейчас в современном мире родители, особенно когда ребенок у нас пошел в школу, они стараются детей очень сильно нагружать. Там английский спорт, музыкальная школа. Там, это, конечно, полезно, там, да, всестороннее развитие, но если ребенок прям ни в какую не хочет, и там еще попадаются педагоги, которые прям такие я сказала, дело, играй. Станьте надежда нашего отечества. Да, да, да. То, конечно, из этого ничего путного не выйдет, они просто будут приходить страдать. Ну вот как ты с такими детишками? Я отношусь к ним с пониманием. Я разговариваю с родителями и пытаюсь их тоже направить. Ведь работа с детьми это не только работа с детьми, а еще Вторая работа это работа с, с родителями. Родители. С родителями иногда бывает очень сложно с детьми попроще. И если там ребенок ко мне приходит, он я смотрю, он вот никакой не так не сяк, то я просто нахожу различные варианты, чтобы мы не просто так просидели урок проболтали. На самом деле вариаций занятий много, и за счет этих занятий, каких-то интересных, дети у меня в основном все потом в дальнейшем заинтересовываются музыкой. Я, да, я слышала, это у нас прогрессивная. Кто-то мне сказал, что ты даже дип хаус включаешь детям. Нет, там не дип хаус, это была не я. Но я, да, я каждый урок стараюсь делать каким-то таким интересным. Вот, к примеру, сейчас я беру биты, как биты. Да, и мы под этот бит придумываем свой текст. Ну, естественно, без каких-то там, да, не как у нас сейчас русский рэп такой. Прям. Не, я понимаю. Что а нет. детский рэп, так скажу. И детям это интересно. В то же время это логоритмика, они учатся чувствовать вообще вот этот темп, ритм, и параллельно мы еще придумываем слова и зачитываем под вот эти... Я вот была рэп. бы рада, если бы меня учительница учила рэп. Ну, да, то есть у нас мы должны идти в ногу со временем. У нас современное общество, да, раньше... Была одна современная музыка там, во, -во, 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 -во времена СССР. Вот там крылатые качели, прекрасное далеко приключение, электроника, еще там что-то. Там ужасно было, их ты ворон. Ну вот, как бы. их дороги, пыль до туман. Нет, там что ж, ты ворон? Прям такие очень грустные, патриотические. Да, то сейчас, как бы кто-то любит петь в школе популярного шамана. Там да, сейчас, да? Но я этим не занимаюсь, то есть шамана мы не поем. Дети даже, кстати, на удивление не просят. Вот, хотя это, да, сейчас популярная тема. Слушай, а вот расскажи: ну, я думаю, что многие, наверное, уже забыли, что вообще, для чего музыка? Я так, ну, подозреваю, да, наверное, какое-то творческое мышление у детей развивать. Вот понимании, что музыка дает детям? Угу. А, когда дети ко мне приходят на урок, особенно в общеобразовательных школах, они сидят, там начинают болтать, их невозможно успокоить. И я им задаю вопрос, тихо, спокойно задаю вопрос: для чего вы здесь? Они сразу такие, в смысле, ну как бы урок. Спрашиваю: ну а зачем у нас вообще урок музыка в школе? нафиг его вообще поставили вам? Ну, просто так, чтобы вам там оценку поставили? Нет, конечно. У нас, когда начало только зарождаться человечество, мы жили в пещерах, начнем со стоков, да, и у нас было два способа. Общение у нас было через звуки, через звуки, это зов, там, клич на помощь, там, когда ты видишь зверя, идешь на охоту. А второе, у нас была технология, которая тоже сейчас в школе есть, и некоторые не понимают вообще, почему она в школе присутствует. Они рубили там какие-то копья, камнями что-то там стругали. Не, ну технология мне понятно зачем. Нет, просто кто-то тоже такие, а? Салат приготовить mm -hmm. там девчонки. Можно заказать, да? Да, ну, как бы. И вот музыка тоже самое, ведь музыка у нас повсюду. Мы идем на работу мы идем в школу мы слушаем музыку мы идем обратно мы слушаем музыку мы идем в такси мы слушаем музыку нет ну я как человек думающий наверное представляю что у детей музыка и творчество развивает определенные навыки угу. вот и я просто хочу понять с точки зрения эксперта да который преподает музыку и понимает что это и зачем это что именно музыка вот дает детям да развивает угу. какие-то навыки может быть или может как-то психологически влияет или может какую-нибудь коммуникабельность вот на, на твой взгляд а, да во-первых это развитие двух полушарий а, на игре когда мы играем на фортепиано мы играем двумя руками развиваем два полушария то есть уже вот раз момент а, творческие способности конечно это развивает мы учимся мечтать под музыку мы учимся более глубоко оценивать ситуацию с одной стороны музыка — это прекрасно, потому что развивает эмоциональный интеллект, если мы слушаем разную музыку, пытаемся углубиться. А с другой стороны, на самом деле, как бы классно это ни было, музыка может потом в дальнейшем э, стать такой ахиллесовой пятой, потому что за счет музыки, вот скажу просто по своему примеру, э, ты становишься более эмоциональный вообще к жизни, и тебе так тяжело вот от этого всего бытия. Угу. <laughs> Это Творческие же... люди. <laughs> да! Угу. <laughs> Поэтому вот с этой стороны ты начинаешь остро ощущать этот мир, какие-то грустные ситуации в жизни, ты их Я... переживаешь А ты в дети как-то контролируешь вот этот эмоциональный интеллект, чтобы, ну, не слишком... Бывает же, ну, как бы чувствительные детки как-то регулируешь? А, чувствительные дети э, бывают, но я им стараюсь дать более веселый репертуар, но все равно должны быть разнохарактерные произведения. То, что если мы развиваемся только веселым, то так не получится. Поэтому все равно погрустить, ну, mm -hmm. надо погрустить. Не, но погрустить полезно всегда. Все должны радостной. погрустить, да. И обязательно предыстория перед. Разучиванием, к примеру, какой-то песни мы читаем текст, мы читаем, с каким характером она должна быть спета. Мы это все проговариваем. Я прошу детей нарисовать рисунок по ну, этим вообще... песням, чтобы они представили уже сразу это. И вот они как бы уже имеют какое-то начальное представление вообще, про что они поют или про что они слушают. А что еще на уроках изучать? Там, я не знаю, вот ты говорила, что подбитый бы запись. То есть это, наверное, какая-то, я не знаю, как это правильно называется. В музыке не сильно. Я имею в виду там... Так, ритмика это что-то с танцами, я имею в виду вот. Ритм. Ритм, да. Да, есть такое направление, как алгоритмика. Там банальный тест, да, похлопали в ладошки, если ребенок там... Проведем? Да, вот, кстати, повторила хорошо. Потому что есть у нас там пунктирные. Так, это... Я не повторю. Вот, уже проблемки. Два, Ивер. <laughs> да, то есть вот по поводу вот этих вот всех хлопков, это элементарный тест, который вначале я обязательно с каждым ребенком провожу, я смотрю вообще, как он ориентируется в ритме, потому что в дальнейшем там ты поешь или ты играешь, ты должен ощущать. Вот этот вот ритм, куда все это идет. Если ты не ощущаешь, то это ну, тяжеловато будет. Поэтому и развиваем ритм различные логаритмические упражнения. К примеру, я очень люблю клавесами пользоваться это такие просто деревянные палочки. Из -под барабана? Ну, типа того, но нет, просто обычные деревянные палки, и мы под музыку стучим этими палочками ритм или хлопаем в ладоши. Вот, то есть это такие упражнения. Какие еще используешь? Я не знаю, науки? Вот я узнала, что такое логарифмика. Правильно сказала? Да, все верно. Ну именно прям науки я даже затрудняюсь ответить, потому что столько всего. Вот, к примеру, в том году мы выращивали растения под музыку. Ну как бы. Под классическую музыку я пыталась детям донести пользу классики, потому что, да, классическая музыка, она у нее определенные частоты и волны, и она очень благотворно на нас влияет, поэтому мы посадили микрозелень в чашечках специальных. И вот буквально вчера мне мальчик... А, мы посадили микрозелень, и я им дала домашнее задание, что вы должны включать классическую музыку или музыку добрую. То есть без агрессивных всяких вот моментов. И мне мальчик вчера приносит пакетик, говорит, это вам подарочек. Я говорю, что же это? Смотрю, там трава какая-то. Он говорит, это мята, мы сами вырастили, помните? Я такая: Вау! Не, ну растения, да, я знаю, что. Да, на то же самое рисование, да, я тоже люблю это использовать, особенно дети младшего возраста, пока у них там творчество, и они любят все вот это вот рисовать. Я ловлю этот момент и включаю им какую-то классическую музыку. Вивальди, к примеру, времена года, или тоже им нравится утро. И мы вот слушаем, а они в этот момент. Рисуют то, что они могут представить под эту музыку. На самом деле очень много просто ты включаешь свои уроки каждый раз, и это без этого никуда. Нет, но ну, мне кажется дополнительные действия вот ну я с точки зрения взрослого угу. человека, когда ты делаешь дело и подкрепляешь его другими, как да. это сказать, ну там осязанием, обонянием, угу. это лучше усваивается и более глубокое понимание происходит. Да. Все верно. Когда мы проходили как раз-таки историю зарождения музыки, у нас там класс весь шумел, мы хлопали в ладоши, по партам стучали ногами, топтали, чтобы вот вот эти все звуки слушали там в окно, как у нас птички поют, шелест ветра. Вот мы так, естественно, подкрепляем. Все, все эти наши знания. Есть педагоги, которые я вот, да, не люблю таких педагогов, которые вот просто ведут, чтобы им отвести занятия. Ну, а какая польза от этого будет? Вот ты приходишь на урок музыки в школу, там, на любой другой урок, и они тебя просто по программе там прочитали лекцию, песню успели, все. От этого пользы-то нет. Нет, ну, в моем понимании педагог в принципе должен быть человеком, который, во-первых, должен любить детей и любить не в плане баловать, а вот именно давать им знания преподносить так, чтобы ребенку это было интересно, чтобы да. он понимал, а не просто выучивал и как бы как отбывал срок на уроке. Ну да, но на самом деле это распространено у нас сейчас. Это... Будем с этим бороться. Ну я стараюсь, да, я пошла сейчас э, на вышку, и я получаю высшее образование вообще в другой сфере, в сфере госуправления, и я вот Собственно, ради и этого туда я и пошла. Пошла, чтобы бороться, да с, этими, да, с этими педагогами? Да, я туда пошла, чтобы восстановить какую-то справедливость и как-то поменять этот мир. Потому что, когда ты маленький человек в маленьком городе небольшом, это сделать достаточно тяжело. Я вот э, радуюсь... Я к вам приеду, помогу. А, спасибо. Я вот радуюсь, да, что я начала работать в лаборатории будущего, потому что на самом деле... В плане, да, руководства они, они любой дв движняк вот этот поддерживают. Вот поддерживают. Да, ребята, очень. да, поэтому и, вот я прям <смех> <смех> нашла своих людей. Да. И это Нам на, на самом деле очень приятно, когда есть люди, которые тебя поддерживают, могут дать тебе какой-то старт. И вот книгу Серафим написал, был у вас в гостях тоже, как бы, с их помощью. И вот сейчас у меня тоже в планах там какие-то свои такие творческие писательные, так скажем, вещи <laughs> тоже вот мы с ними обсуждали. Поэтому я буду бороться. Так, а как по поводу разработки, не знаю, может какой-нибудь уникальной, уникальной методики, да. может быть, для педагогов, которые как раз они, может быть, хотят, но не знают как, не думала об этом. Они не хотят. <смех> <смех> Нет, ну правда, на самом деле, тот, кто хочет, тот сидит вечерами и думает. Как же мне заинтересоваться? Как же мне Машеньку заставить взять... Что там взять Высокую ноту. Ну... Ну, что-то типа того, то есть, если ты заинтересованное лицо, не будет такого, что ты просто плачешь вечерами, и вот почему же меня дети не слушают? От этого у тебя не улучшится успеваемость в классе, и понимание детей в твою сторону, оно не улучшится. А вот если брать работу с родителями, вот что бы родителям посоветовала, вот именно чтобы, ну, я не знаю, как-то вот увлечь детей или, может быть, правильно донести информацию, вот что родители со своей точки зрения, ну, с твоей точки зрения могут сделать дома, как помочь детям, вот. Во-первых, некоторые родители, к примеру, там, узнав, что их ребенок слушает какую-либо какую тяжелую музыку, они им запрещают слушать. Мне немножко странно это слышать, потому что я так позываю, что ну, родители нынешние, где-то мои ровесники, да, уже, mm -hmm. может даже и помладше, и мне кажется, ну, мы все в юности слушали тяжелую музыку, это какой-то, я не знаю, период самоутверждения или там попытки независимости. Да, но кто-то из родителей считает, что у нас, да, тяжелая музыка, там тяжелый рок, там металл, это у нас от сатаны, не знаю, mm -hmm. можно ли такое слово говорить. Можно, почему нет? Поэтому они стараются огородить детей, а я же считаю наоборот, я считаю, что чтобы завлечь ребенка вообще к музыке, да, и что-то донести, и рассказать о том, что музыка это прекрасная, не в одном направлении, а вообще во всех, там, ну, сходить ты с ребенком на концерт вот этой тяжелой музыки, ради уважения просто чисто это что ребенок прояви уважение к ребенку сходите на концерт потом ребенок проявит к тебе уважение и вы пойдете уже ну на твой концерт ну или на ту программу да да которую, ты которую... и вот он может быть прислушается так как он увидел что родители уважает его ребенок начнет уважать своего родителя то есть это на самом деле тяжелая тема вот эти вот взаимоотношения детей с родителями во время учебы когда особенно там вот мы разговаривали да, в начале как дети не хотят, родители хотят. Вот, то есть здесь прям нужно прислушиваться друг к другу. Вот. Так, а может быть какие-то, ну, я не знаю, тоже занятия вот, домашние, которые ты бы видела эффективность в том, что родители могут с детьми, чтобы и время проводить, ну и еще использовать. Домашние вот. караоке. Ну вот, ну, а что? Не, я, я не против, это мои соседи повесятся. Я... У меня слуха нету, но я не против, я люблю петь. Это проблема соседей. Я тоже так считаю. Поэтому, если вам хорошо с ребенком, то, значит, это так оно и надо у вас свой мир, потому что берете домашние караоке, там, какую песню в школе сказали, там, песня мамонтенка, давай. Mm -hmm. И начинаете там, на подушку ребенок сел, плывет он на льдине, как мама, и жалобно поет. Ну, то есть вот домашние караоке, особенно, да, музыка у нас в основном в школе, все там, чтобы петь песни. И как бы вот почему бы и не домашние караоке или вот домашнее занятие, как, к примеру, вот растения у меня были. Вот тоже сплочать семью, включать все вместе классическую музыку, говорить какие-то добрые слова. Поэтому на самом деле идей очень много. Опять же, все зависит от домашнего задания, если педагог то или иное домашнее задание дает. Вот. Не, ну я говорю, сейчас есть проблема, что там родители работают, ну не успевает, как это сказать, должное внимание детям уделять или наоборот, мне кажется, есть там гиперактивные родители, которые там все дети детям вздохнуть не дают, а вот такое полезное совместное еще приятное времяпровождение, да. потом мне кажется у детей еще, наверное, коммуникация, да, развлекается, развивается в том плане, что ты же ну вот подойди к человеку на улице, там, скажи, спой мне, да, то я понятно, да, что, в принципе, ты когда при других поешь, да, там неважно, как ты это делаешь, ты как бы, ну, какую-то привыкаешь к этому, там, я не знаю, страху сцены, да, там, или боязни, там, ну, что ты как-то не, не так не привыкаешь? Нет. Вот я а, в музыкальной школе, к примеру, там у нас музыкальный театр, я иногда участвую вот в этих постановках и. Не только в музыкальном театре, я еще пою в ансамбле и сольно пою. Не привыкаешь. Он становится чуть меньше, но ты все равно перед каждым выступлением вот у тебя вот этот внутренний мандраж остается. Ну а во время выступления как? Мне все-таки кажется, когда нервничаешь, я имею в виду, что, наверное, первый раз ты выходишь и у тебя могут быть какие-то там провалы косить как это Они сейчас с, с, фальш... с фальшивить <с> а, <с с> а так как когда ты периодически этим занимаешься все равно как-то это уже ну потом ты умеешь просто грамотно это все скрыть да ну преподнести как бы если так ты... да ну действительно потому что к примеру у меня есть такая проблема сейчас раскрою секрет те кто меня видел на выступлении наверное сейчас будут шоке, но я мой, мой частый часто какой-то прикол я не понимаю почему у меня так но я постоянно путаю слова не то что путаю я их иногда даже забываю хотя вот я сидела учила учила у меня тоже синдром что у тебя вот и как бы приходится придумывать но я уже придумываю это настолько филегранно ну, то есть у тебя и импровизация да я я за счет этой импровизации вот вывожу вот эти вот все mm -hmm. песни и пою вот ну как спела, так спела. Никто ж не знает. Никто То ж... есть можно сказать, что ты еще где-то в глубине души поэт. То есть это же на два времени выступления. Да. Еще... Да. Ну как бы. А что? Стихи писала? Когда-нибудь? Ну когда-то вот в детстве я пыталась. Сейчас вот у меня есть коллега саксофонист, мы с ним вместе работаем и мы решили создать группу. Мы еще пока до этого не дошли, решили назвать компот. Компот. Да, и вот мы пока вот я написала два текста про компот, естественно. Альбом будет сборная Солянка, да? Да. Ну, как бы компот это что-то русское, такое патриотическое, и в то же время сбор чего-то. На концерт позовете? Обязательно осталось только. Я на компот поехала. Ну да, почему бы и нет? Мы будем стараться. Буду слушать компот. Да, то есть там будет а, такая примесь жанров, потому что он джаз играет на саксофоне, я более классический исполнитель, и там эстрада, в общем, будем смешивать. Mm. Ну, подожди, мне кажется, классика с джазом, ну, пение вполне такое себе сочетаемое. Ну, да, еще главное, ну, комподжи русское, мы хотели что-то вот от... с этого взять. Ну, буду петь русские. я по-японски. да. В итоге буду петь по iPhone, почему бы нет. А, да. Но пока вас только двое вам же, или вы еще кого-то планируете? Пока нам никто не нужен. А, пока нам никто не нужен, это прекрасно. Как... Нет, ну мы как бы планируем, но просто сначала вот хотим сами уже этим заняться. У нас в городе на самом деле очень много музыкантов. Мне кажется, везде очень много музыкантов. Это здорово, что у нас даже в школах сейчас поддерживают как раз-таки а, вот эти вот молодые детские группы. Вот у нас как я знаю, в каждой школе есть какой-то коллектив детей, которые, вот, не группировка, а группа. Группа. Наш клан? Да. Вот они там создают свои музыкальные группы, и это же классно. Слушай, ну, я тебе тогда предлагаю написать, там, я не знаю, в какой-нибудь Росмолодёжь или это, чтобы вам проспонсировали какой-нибудь музыкальный фестиваль для вот. неизвестных групп. Да, у нас... И, раз ты учишься на этом, мне кажется, проведение мероприятий... Да, у нас как раз-таки есть задумка. Раньше, да, во времена классики была такая известная «Могучая кучка» могучая кучка не слышала ну как могучая кучка там звучит да странно но это так скажем был коллектив известных композиторов и музыкантов и мы хотели сделать что-то такого же у нас в городе там у нас есть очень много маленьких кафешек каких-то мы хотели сделать цикл Концертов по этим кафешкам из любителей, не из профессиональных музыкантов, потому что профессиональные музыканты у нас там везде выступают и там и сям. А любители они даже не знают, как вообще как им... туда подойти. Нет, да. просто есть люди, действительно, которые талантливы любят музыку. Да, но, да, да. да, но да, да. И они просто нахер, вот ну, они не знают, у них нет выходов ни туда, ни сюда. И мы вот хотели. У нас есть такая задумка до сих пор. Хотим, планируем, чтобы вот как-то сделать вот этот вот цикл любителей. Ожидайте, скоро будет фестиваль и и меня Арина, нет, Арина, Арина и Евгений? Это? Компот мы. А компот, да, компот из Арины и Да. Это молодые талантливые музыканты Умниска, мы вас ждем. Да, ну а почему нет? То есть я вот, всегда. Да, просто вот пока на самом деле сейчас очень много поддержек, если мы говорим про развитие каких-то творческих вот, да, коллективов, к примеру, я хотела когда открыть студию свою. У нас же есть такая поддержка соцконтракт. Соц ты можешь заключить с государством, тебе выдают там определенную сумму денег, и ты пользуешься этими деньгами на развитие своего бизнеса или на открытие своего бизнеса. И вот такой был печальный парадокс, когда я пришла, а я не прохожу. Почему? А семья у меня многодетная. Ну так как мне уже не восемнадцать. 18... Ой, так как мне уже за восемнадцать. 18... Тебе не восемнадцать. Нет, мне не восемнадцать. Мне скоро 23. То есть, подожди, по возрасту? Вот по, по возрасту, получается, я не проходила... По многодетности я не проходила, так как у меня там братья и сестры. Я уже не вхожу в эту многодетную семью, так как я уже выросла. Потом с доходом на тот момент, когда я хотела брать соцконтракт, я работала только в музыкальной школе. В Музыкальной школе, чтобы вы понимали, там в Москве хорошие зарплаты. На самом деле в каких-то ну, общеобразовательных да. учреждениях у нас там подальше, у нас уже проблемы явные. И то есть по прожиточному минимуму у меня всего на тысячу рублей было, по-моему, больше. А там условия? Наверное, а там условия в, прожиточный в, минимум или меньше? Я такая, вау. <laughs> То есть я ни по одному критерию не прохожу. Вы слишком много получаете. Да. Я на тот момент была в таком осадке, потому что я уже хотела свои планы, и вот. Как ну бы... подожди, а гранты? Я даже не знала на тот момент, что это вообще такое. Что, что вообще такое грант? Потому что. А, а я... Да, что ты до этого в 1 сентября не был. Ну да. Ты потому можешь выйти что... к нам, и Саша, все решим. Да, просто я когда начала преподавать, скажу по секрету, никто не знал, мне было всего 18 лет. <свят> и все, ну, как бы все пытались узнать мой возраст, особенно родители, потому что есть такое мнение, то, что там ну, если ты молодой, то ты не всегда можешь качественно научить ребенка. Не соглашусь с этим мнением, потому что в моем понимании с возрастом наоборот тяжелее как-то переключаться, новое изучать. А как раз, когда ты молодой, особенно ты горишь, ты как бы изучишь все сам, да. вникнешь, поймешь и, может быть, придумаешь что-то новое. Поэтому, ну вот здесь не соглашусь, я. Да. Да, но некоторые этого не понимают. <смех> <смех> Поэтому я активно скрывала свой возраст, и когда вот я пыталась получить этот соцконтракт, мне было 19 лет. И когда я вышла вообще вот в эту музыку, я не знала, по сути, половину, большую половину того, вообще, что происходит в мире. Гранты, какие-то там издательские дома, да, вообще о чем просто? Ну, как бы... Я тут в небольшом городке просто люблю деток, да, и пытаюсь... Да, а потому что ты приходишь на работу, и ну, нет такой поддержки. Там вот... Ну, просто ее нет. Она есть со стороны от твоих друзей, там, от кого-то из близких. Но со стороны вот того, вот кто тебя может направить, там ее нет. У меня вот педагог по вокалу, э, я у нее взяла манеру преподавания. То есть она была с позитивным настроем. Это был мой первый педагог, потому что в музыкальной школе, когда я училась сама, я бежала оттуда. У меня просто такая ужас mm. какой. А потом вот она именно вот привила мне вот эту вот любовь, то, что можно спокойно общаться вообще с детьми, со всеми. И вот, то есть потом я пришла вот в музыкальную школу работать, и я не понимала там тоже, там в основном, да, там люди работают уже более старшего возраста, которые чему-то уже достигли, что-то они достигли, и там а я молодая, я не понимаю, куда мне вообще идти, как мне развиваться, а развитие хочется, безумно хочется. И вот потом просто уже с возрастом я стала приобретать знакомства с тем же самым саксофонистом. Он мне очень много дал вообще возможностей, знакомств. Потом лаборатория будущего. Это вообще просто вот благодаря им, собственно, я сегодня здесь и сижу. Поэтому я вот безумно рада. Это все вот эти. Ребята, привет. Да. Это все вот благодаря вот этим вот людям, которые приходят извне. Поэтому... А так вот развитие это, конечно, проблема. И я вот поэтому даже и не знала, что какие-то гранты там существуют. Что это вообще? Это у нас есть как бы государственная программа. Сейчас я поддерживает, причем активно и на какие-то хорошие там инновационные. Да, это я сейчас уже знаю. Мне про это вот рассказал как раз саксофонист, потому что он не раз уже выиграл гранты он тоже вот такой движовый мужчина, но я об этом не знала на тот момент. И просто я взяла кредит и рискнула и просто я открыла. Вот. Окупилась? Окуп, ну, окупилась, да. Но первое время работала в музыкальной школе, и я боялась вот каждый месяц, думаю, мне нужно заплатить кредит, и мне нужно заплатить за аренду. Фин. Что же мне с этим делать? Как же мне с этим жить? И потому что, ну, несмотря на то, что мы еще девушки, нам же есть свои какие-то потребности: там духи купить, косметики, все дела. Поэтому вот было, конечно, тяжело, но и самое главное, моральная поддержка вот у молодых педагогов, да, не всегда тоже вот у меня там, я благодарна то, что у меня есть вокруг меня те люди, которые в момент, когда у меня просто руки уже опускаются, они приходят и вот так вот меня за руки поднимают, говорят, Арина, нет, давай, давай, дальше. Мы еще не весь мир завоевали. Да, на самом деле так и есть. А может быть, ты что-то хотела донести до учителей, педагогов? А, очень многим учителям, преподавателям, педагогам, кому как там нравится, кому-то не нравится, что его называют учителем, это принципиальный кому-то вопрос, хочется сказать, чтобы они развивались, потому что без развития мы не сможем идти в ногу со временем. А, к сожалению, или к счастью, наверное, к счастью, у нас мир устроен так, что он с каждым годом эволюционирует. Я надеюсь, не в обратную сторону. А, и с тем уровнем знаний, которые нам давали в начале нашего обучения, вообще в начале, да, в начале нашего преподавательского пути, но они не остаются, они постоянно развиваются. И поэтому нужно... Постоянно расти, искать какие-то возможности, какие-то... Ну, если нет денег на какие-то курсы куда-то там, да, съездить, ну, открываем интернетик. У нас очень много сейчас информации в интернете. Или посидите, черпайте вдохновение из ниоткуда, там за чашкой кофе, пойдите в парк, в кафе, и просто возьмите блокнот с собой и накидайте вот идею. Вот они вот просто могут из ниоткуда приходить, почему бы и нет. Собственно говоря, мне так... Идеи приходят. Слушай, категорически поддерживаю. Вот, но ну, мне кажется, это вообще в принципе людям было бы неплохо развиваться, потому что есть у нас немножко такой, как э, сказать, вот люди, э, которые говорят, там, да мы уже старые, да мы или мы пол прожили, зачем мне это сейчас надо, все мне вот тут. Да. Ну спокойно так... прожить, лишь бы не шевелиться. Мне кажется, я любому человеку Развивайтесь, развивайтесь, учитесь. Да, если вы уже не хотите развиваться, то, может быть, уйти уже на заслуженный отдых. Монастырь. монастырь. Все, кто не развивается, да. монастырь. Ну, как бы, или... Ну, не тюрьма, но для таких... Но нет, просто если вы понимаете, что вы не хотите развиваться в этом... Идите к психологу. Идите, ну... Идите вы к психологу. 80-летние педагоги навряд ли уже пойдут к Нет, психологу. Нет, ну я не про 80-летних. Ну была. и Ты да. Тоже, понимаешь, бывают люди и в 20 лет, да. и в 30 Тогда вопрос, и в 40. зачем вы пошли в ту профессию, где нужно развивать детей, при этом вы не развиваете сами. Это должны сами себе вопрос задать. Нужно ли вам вообще это? Может быть, вы смените сферу деятельности, к примеру, там да, в обучении, но вы, к примеру, пойдете работать там какой-то... Издание. <смех> <смех> почему нет, да? <laughs> Но... Я люблю творческих развивающихся людей. <laughs> ну, просто как бы: почему бы и нет? Может быть, сменить сферу. Или, может быть, им тоже не хватает какого-то толчка, каких-то знакомств, чтобы вот эту мотивацию вдохнуть. Вот этот вот ну слушай, внутренняя мотивация такая вещь сложная, она да. не у каждого человека присутствует, и опять же, человек, если не хочет развиваться, вряд ли он да. ее разовьет. Тогда не надо просто идти. Сюда. Не портите нам детей, пожалуйста. Не портите детей. Не портите детей. Это касается не только школ, но еще и детских садов. Там тоже бывают проблемы со воспитателями, которые уже все погасли и по-разному могут. Нет, детей безусловно надо любить, принимать, понимать. Потому что... Да, ну вот мне кажется то, что у нас, у педагогов вообще в структуре образования у нас есть обязательные психиатрические освидетельствования. Мы такое проходим, на, смотрят на наше там эмоциональное состояние. И мне кажется, что некоторые там врут. Ты предлагаешь детектор лжи? Я предлагаю детектор лжи или более детального освидетельствования. Потому что явно есть... Те люди, у которых уже профессиональное выгорание. С профессиональным выгоранием или хорошо его лечите, идете, там, да, к психологам, различные места, или же вы понимаете, что все, и вот меняете сферу деятельности, или что-то делаете еще. Ну, потому что портить детей, потому что профессиональное выгорание, да, вы начинаете срываться, вы начинаете там кричать на детей, ругаться. А смысл от этого? зашугаем детей. <свят> <свят> Все. Я я не какой-то святой человек, я тоже могу на уроке повысить голос, но я его повышаю только в тех случаях, когда вот я вижу, что вот другим методом они, они не слышат, или я начинаю вот с первоклассками есть такая тема, то что я просто начинаю хлопать ритм какой-то, и они просто начинают его повторять, <свят> они По хотят за мной повторить. Так, теперь прощаемся. А здесь можно просто вдвоем. До свидания. Давай. До свидания.